Всем привет! Сегодня хочу показать вам, каким удобрением я пользуюсь для весенней подкормки. Это не каждый раз я это пользуюсь. Этим это называется рыбное удобрение на рыбные требухи фирмы «Аляска». И это подходит для домашних растений и для огорода, если вы хотите вырастить органические помидоры или огурцы, короче, овощи, вот здесь написано, нарисовано, в смысле, фотографии. И это номера 511, это значит, что там малое содержание азота, что мне очень подходит. Вот здесь написано, из чего это сделано, и что рыбья требуха использовалась с незапамятных времен. И написано, какие пропорции для овощей, для цветов. Я использую одну столовую ложку на галлон воды. Это галлон, это значит почти 4 литра. 3,78. Вот, и здесь написано содержание, и еще что очень важно, это удобрение, написано, что оно никогда не сожжет ваши растения. Оно написано, что это doesn't burn, то есть оно не сожжет. Обычно же вы знаете, что очень опасно переложить удобрения, и они могут сжечь корни. С этим ничего не произойдет, но я все равно всегда использую меньше, чем написано. И кроме того, это моя подруга, она очень опытный человек в выращивании сенполей. Вот она мне это посоветовала, и я вижу, что это действительно хорошо для растений. Вот. И запах, конечно, стоит сильный дома. Пахнет как в пивной, честно скажу. Вот. Это такая коричневая густая жидкость. Я пролила, значит, как надо проливать на каком-то подносе, чтобы это все протекло, и потом уже ставить на обычные места, вот, чтобы они протекли. И уже потом пользоваться своими обычными удобрениями. Вот я это вам очень советую и надеюсь, что вам это поможет. Значит, это я уверена, что удобрения на рыбьих потрохах всюду можно найти. Разных фирм, может быть, но вот это мне... Я уже проверила, поэтому мне это понравилось. Буквально через несколько дней я увидела, что выглядят лучше растения. Маленькие. Я поливала маленьких. Маленькие только. Вот. Надеюсь, что вам это поможет. Всего доброго. Пока.